Настоящий праздник сегодня в ЖК «Каскад». Там ввели в эксплуатацию многоэтажный дом, который застройщик должен был сдать еще в 2015-м, но не сделал этого. Как уже установило следствие, руководители строительной компании создали мошенническую схему и собрали с дольщиков в общей сумме 800 миллионов рублей. Деньги потратили на каркас дома и свои нужды, а коммуникации так и не провели. Инициативная группа жильцов обращалась во все инстанции за помощью и получила ее. На открытие объекта приехал первый вице-губернатор края. Были определены найденные инвесторы, которые выполнили весь необходимый спектр строительно-монтажных работ. И была найдена дополнительная мощность, изысканно были построены кабельные электрические сети по электроэнергии. Но это тоже там немалая сумма, там более 30 миллионов рублей. Бывший долгострой в центре города теперь выглядит впечатляюще. 23 этажа, приятная расцветка. В ЖК 277 квартир с предчистовой отделкой. По качеству дом можно отнести к категории комфорт. Дольщикам даже не верится, что день заселения настал. Хорошие квартиры и трехметровые потолки. И обзор великолепный на две стороны, на юг. Там даже Лагонаки горы видны. Недостроена еще парковка и детская площадка. Благоустроит эту территорию все тот же не очень добросовестный застройщик. Эту обязанность с него никто не снимал. Жильцы надеются, что хотя бы двор сделают в прямом смысле слова без суда и следствия.